Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Питер Видео с Анной СМИ. И сегодня незапланированное видео, импровизация. Мне захотелось поделиться с вами какими-то нашими интересными планами по развитию нашего канала Питер Видео. И мое утро началось с воспоминаний. В голову мне пришли замечательные стихи Александра Заболоцкого. И хочу вам процитировать их. «Не позволяй душе лениться, чтоб воду в ступе не толочь. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Не позволяй ей спать в постели при свете утренней звезды. Держи лентяйку в черном стеле и не спускай с нее узды. Коль сдать ей вздумаешь поблажку, освобождая от работ, она последнюю рубашку с тебя безжалостно сорвет. А ты, хватай ее за плечи, учи и мучи до темна, чтоб жить с тобой по-человечьи, училась заново она. Она рабыня и царица, она работница и дочь. Душа обязана трудиться. И день, и ночь, и день, и ночь». Вот такие замечательные стихи. И наш канал Питер Видео трудится и день, и ночь для того, чтобы показать вам интересные моменты нашей жизни. Какие у нас планы? Хотим с вами поделиться. Мы планируем и уже сейчас отсняли материал для двух видео. В первую очередь мы хотим рассказать о жизни, творчестве, вспомнить Александра Сергеевича Пушкина. 10 февраля по всей России отмечается День памяти Александра Сергеевича Пушкина. И мы хотели бы это видео посвятить его творчеству. Мы надеемся, что вы его посмотрите, и оно вам понравится. Кроме того, если мы будем вспоминать историю Великой Отечественной войны, конечно, мы обязательно снимем видео о нашем любимом городе Санкт-Петербурге, Ленинграде, потому что в этом году отмечается 75-летие с момента полного освобождения Ленинграда от блокады. Это дата 27 января, 75 лет. И, конечно, мы не можем пропустить эту замечательную дату. И мы обязательно снимем видео, в котором почитаем стихи о блокадном Ленинграде. Кроме того, у нас уже есть два видео о блокадном Ленинграде. Вы можете их посмотреть в нашем плейлисте о Санкт-Петербурге. Это «Блокада Ленинграда» и «Прорыв». Я считаю, что это очень хорошее видео. Мы постарались дать максимум информации для того, чтобы зрители познакомились с жизнью, с событиями, поняли, какой героический подвиг совершили воины и люди, оборонявшие Ленинград. И благодаря этим людям мы обязаны нашей жизнью. И мы просто должны и хотим, чтобы этот подвиг никогда не забывался. Потому что сейчас существует большое количество каких-то нехороших мнений, нехороших высказываний, когда пытаются извратить смысл истории, смысл победы, принизить роль русских людей, советского солдата в победе в Великой Отечественной войне. Поэтому мы просто не можем не говорить об этом. И нам очень хочется, чтобы вы тоже приобщились и посмотрели эти видео. Покажите эти видео детям или хотя бы расскажите, поговорите со своими детьми, внуками о вот этих тяжелых, трудных моментах нашей истории. Память мы должны передавать из поколения в поколение, чтобы дети и внуки, и правнуки не забывали истории своей страны. Потому что, к сожалению, мы часто людям любим
изучать историю и посещать иностранные государства, это, конечно, очень хорошо, нужно расширять свой кругозор, но часто мы не знаем, прежде всего, истории своей страны. И этот момент нужно обязательно восполнять. Также в перспективе мы уже отсняли видеоматериал для всех любителей павлово-посадских платков, где я покажу вам свою коллекцию, пополнившуюся за последний год. Надеюсь, что она вам будет интересна. Затем, конечно, всем любителям парфюмерии, косметики я покажу и расскажу вам о новом аромате, который был подарен мне на Новый год и Рождество от Дедушки Мороза. Я расскажу вам о своих впечатлениях, что я думаю, понравился, не понравился, какой аромат. Поэтому тоже будет обязательно это видео. Конечно, мы, так как мы любители активного отдыха на природе, мы сейчас активно тренируемся на лыжах и пытаемся овладеть коньковым ходом. И одно из видео тоже будет посвящено этому значительному для нас моменту. Поэтому все любители лыжного хода, прогулок за городом, вы можете присоединиться. Мы обязательно вам покажем, что нового, каких успехов мы достигли на этом поприще. Кроме того, я хотела бы вам порекомендовать некоторые книги, которые, возможно, не так широко тиражируются, рекламируются, но они очень хорошие книги. Я в свое время их читала и перечитывала, и мне они очень нравятся. Вот у меня есть старые издания, биография писателя Юрия Михайловича Лотмана о жизни Александра Сергеевича Пушкина. Эта книга уже такая, она немножко потрепанная, 82 года издания, «Ленинград. Просвещение». Для тех людей, которые интересуются литературой, жизнью Александра Сергеевича Пушкина, его творчеством, я считаю, что это очень хорошая книга, очень полезная книга. И сейчас эта книга переиздана и продается в сети «Буквоед». Юрий Михайлович Лотман, Александр Сергеевич Пушкин. Она стоит символических денег, 140 рублей. Я думаю, что вот если вы прочитаете эту книгу, во многое станет понятно, и вы приобщитесь к миру русской классической литературы. Всем рекомендую. Также, так как наша деятельность на канале Питер Видео связана с нашим любимым городом, я всем рекомендую вот такое популярное издание. Тоже оно продается в сети «Буквоед». Наум Синделовский, «Петербург. Путеводитель». Это замечательная книга, в которой понемногу, понятном, доступном виде автор рассказывает о легендах и об истории нашего города. Здесь вы увидите и такие черно-белые иллюстрации, очень интересные. Книга небольшая, но она достаточно емкая. Вот в оглавлении у нас указано фактически все, о чем рассказано, это о Санкт-Петербурге, все его основные, центральные и другие районы. Ну, например, ансамбль центральных площадей, Невский проспект, Летний сад и Марсово поле, Петроградская сторона, от Охты до Литейного и многие-многие другие разделы здесь все освещены. Поэтому всем рекомендую. Если вы хотите такого интересного, познавательного материала, вот посмотрите эту книгу. Всем, кто любит Петербург, также это в сети «Буквоед». Рекомендую почитать. Кроме того, в эти новогодние дни мы посетили два культурных мероприятий. Одно из них проходило в Большом зале филармонии. И все, кстати, любители павлово-посадских платков увидят один из платочков, который я надела на этот концерт. Я думаю, полюбуются, посмотрят, как он смотрится в интерьерах Большого зала филармонии. И мы посетили концерт, который называется «Голливуд в новогоднем Петербурге». Здесь звучала очень хорошая музыка.
вот именно таких авторов, которые писали саундтреки к голливудским фильмам. И такие концерты проводятся очень часто. Я заметила, что приходит большое количество молодежи, детей. Поэтому, вот, опять же, все любители классической музыки могут приобщиться к таким концертам, которые так или иначе проводятся у нас в Санкт-Петербурге. Смотрите афишу Большого зала филармонии. Кроме того, также я посетила очень хорошее шоу-представление от Евгения Плющенко «Щелкунчик 2». То есть уже было одно представление в прошлом году и сейчас. Знаете, очень хорошее, качественное представление, великолепный звук, великолепные спецэффекты, хорошее само представление. Звучит живой симфонический оркестр, выступают звезды мирового спорта. Это Юлия Лепницкая, Аделина Сотникова, Евгений Плющенко и многие другие. Также активно принимают участие дети, маленькие фигуристы из Академии Санкт-Петербурга. Дальше балет на льду. Поэтому, если у вас на следующий год, я думаю, обязательно эту программу привезут, будет возможность посетить это шоу. Оно незабываемое. Я слышала отклики многих и детей, и взрослых. Всем очень нравится. Я считаю, что это великолепный способ приобщения детей с маленького возраста к миру культуры, к миру искусства, к миру прекрасного. Потому что многие дети, они настолько, вы знаете, смотрели такими восхищенными взглядами. Да и мы, взрослые, понимаете, когда я слушаю музыку Петра Ильича Чайковского, то я понимаю, насколько она гениальная, насколько она трогает, насколько она прекрасна. И вот мы хотим провести наш 2019 год на нашем канале вот в этой стихии, вот восхищение, восторга прекрасными произведениями искусства. Кроме того, у нас запланировано еще одно видео о народных промыслах России. Мы пока не будем раскрывать все свои секреты, оно на этапе обсуждения. Мы надеемся, что вы обязательно его увидите, и оно вам понравится. Вот такие краткие наши планы. Конечно, видео монтируется достаточно долго, поэтому если мы вдруг затихли и вы нас не видите, это не значит, что мы ничего не делаем. Мы активно работаем. Мы хотим преподнести вам материал, который мы сняли, в лучшем виде, чтобы вам было интересно, чтобы он произвел на вас хорошее впечатление, чтобы он вам запомнился. Поэтому, если есть какие-то видео, которые вам нравятся, делитесь с другими людьми, дайте возможность и другим людям приобщиться к миру культуры. Это наше основное направление, направление нашего канала, обогащение духовной жизнью и себя, и своих зрителей, своих подписчиков. Спасибо большое, что вы подписываетесь на канал. Спасибо большое за то, что вы оставляете добрые, хорошие, теплые, позитивные комментарии, ставите лайки, делитесь с другими. Нам очень это приятно, мы это очень ценим. Спасибо и до новых встреч. Мы обязательно в ближайшем будущем представим вам новое видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайк. Всего хорошего. До свидания.